сильная. В этом плане соглашусь. И у нее сильная энергетика, и такое обаяние просто, ну, сногсшибающее, мне кажется. То есть даже через видео это передается. Скажи, а она была твоим кумиром? У тебя вообще они были? Ну, понятно, что Жан-Клод Ван Дам и разъезжающиеся в разные стороны траки – это одно. Ну, машины вот эти грузовые. Все видели этот ролик, и Чака Норриса с самолетами тоже. Возможно, и ты что-то подобное планируешь, но… Честно, нет. Ну, под Новый год почему бы не порадовать своим очередным фото в Инстаграме поклонников. Скажи, ну были ли у тебя такие настоящие кумиры, на кого ты смотрела, прям вдохновлялась? Ну вот если только совсем в таком детстве-детстве, вот Зена Королева Воинов, да, потом уже времена кумиров, они прошли, все-таки были люди, да, какие-то ориентиры. На возрасте. Спорт FM. Я уверен, что сейчас ты для многих становишься ориентиром. И хотят дотянуться сотни, а может быть и тысячи девчонок, и наверняка...